первый докладчик лектор профессора Абанина Александра Васильевича «Канонические весовые системы. Теория роста голомозных функций и ее приложения». Честно говоря, мне ведет, поскольку я уже не первый, даже не второй раз, делаю первый доклад после анкеты. Да? Вот. И если вот эти ремарки Саратове я не воспринял как доверие, то сейчас я задаст мне традиция. Как ответственность большая. Нет, это я вот воспринял как ответственность большая в Саратове. А вот сегодня вам скажу по традиции. Значит, ну, я постараюсь на самом деле аудиторию не мучить, так сказать, очень точными формулировками и громоздкими формулировками. Вот. Первая часть у меня будет посвящена тому, почему имеет смысл изучать эти канонические весовые системы, не вводя пока формального определения. Значит, ну вот изучается следующее пространство. Значит, омега — это открытое целое множество, есть вес. То есть положительная функция непрерывная, образуется банковое пространство функции с ограничением на рост через W, W от Z. Вот, а если имеем весовую последовательность, то есть возрастающую по номеру или убывающую, то расслабляется, естественно, пространство индуктивное, объединение пространства определяется индуктивной топологией или проективным для пространства. Ну, такие пространства, они достаточно популярны, с их помощью используются много задач. Я часть перечислил, те, которых я кое-что знаю, это перечислены здесь ограниченные свойства голомозных функций, у них есть свертки вещественной комплексной области, ну и честно, даже переходы с этой задачи для комплекса. Продолжение гладких функций по параллелю видения, параллельные детали, ну и в теоретической физике, я, честно говоря, перевел вот это вот название. Я эти работы, конечно, смотрел, но, честно говоря, я не знаю, там как это. Но прямо эти пространства есть, не говорится, вот, и используются для исследования по электрической физике. Вот. Ну, основная проблема, она вообще говоря, и для других специалистов в других областях колесового пространства, она очевидна. Понятно, это решение задачи терминов высот. Если вы имеете колесовое пространство, то вы реализуете какое-то свойство, или разрешим это сравнение, или возможность представления рядами, вы будете ходить в экстракт терминов высот. Ну и вот здесь ситуация такая, что на самом деле нужен сначала вопрос вообще лишь принципиально, проблема или нет. То есть можно ли какие-то свойства в принципе характеризовать с помощью ресурсов. Но сначала вроде бы для этих пространств есть предложения против, они известны и они достаточно очевидны. Значит, я начну за упокой. Ну вот, скажем, простейший вопрос об обложении пространства. Ну, понятно, что таким достаточным условием является просто наблюдаться одного веса с другим, в случае вот этих один состояния. Но хотелось бы, естественно, иметь какие-то необходимые достаточные условия. Скажем, когда пространство непрерывных функций, вот, то там, если вес берется непрерывным, то это необходимое достаточное условие, что выводится достаточно, хотя так сантрикольцы проводить, но тем не менее, это известно. Вот, а для пространства голомозных функций это совсем не так. Ну, простейший пример. Берем один вес единицы плюс модуль z в степени m плюс альфа, а второй в степени g, где m натуральное число, а альфа от 0 до 1. Ну, понятно, что первый вес он подавляет второй. Ну, с другой стороны, понятно, из теоремы Любиля, обобщенной, конечно, теоремы Любиля, понятно, что это пространство одно и то же, оно совпадает с пространством полинома в степени m. Больше ничего не получится. Но с другой стороны, и улучшить вот первое условие нельзя. То есть каким-то расслабить. Ну потому что если вы возьмете в качестве W1 вот этот вес единичка плюс модуль Z в степени F, то какой бы вы W2 не брали из вложения одного пространства в другое, автоматически сдаёт выполнение того условия. И поэтому казалось бы, что задача становится неразрешимой. Это в случае всей плоскости. Да, это в случае всей плоскости, но потом мы увидим. Когда произвольная область, там различие будет. Ну, будет, конечно, да. Ну, это я как обоснование того, почему стоит что-то изучать, почему не стоит. Ну, вот это против.
Ну, а за достаточно много, вообще говоря, конкретных результатов, касающихся конкретных задач и конкретных операторов, конкретных пространств. Потому что на самом деле в конкретных исследованиях, если проанализировать, там явно или неявно, как правило, присутствуют некоторые специальные свойства весов. Вы их заранее либо выбираете, либо ограничения накладываете, либо доказываете, что это можно сделать, и каким-то образом это используется. Ну, как правило, конечно, это чисто технический, как чисто технический момент воспринимается. То есть я перечислил некоторые направления, по которым кое-что, по некоторым я знаю много, по некоторым ничего практически не знаю, кроме литературы. Вот, во-первых, я немного знаю. Вот такие специальные классы весов, при которых можно задать решить полностью, то есть дать или улучшаемые результаты, или критерии. Значит, вот я перечислил некоторые. Понятно, здесь еще раз, это зависит от того, что я знаю и моих вкусов. Тут по всем направлениям очень много работ, на самом деле. Я просто хочу сказать, почему это стоит изучать, поэтому перечислим. Что вот изучались коммуникационные операторы таких пространств, операторы умножения. Ну, люди достаточно известные все. Вот. Следующее — это неоднородное уравнение Каши-Риммана с весовыми оценками. Ну, это знаменитая теорема Фермата. Разрешимость с два оценками, там, если кто-то помнит, там, ну, я потом. И вторая работа, которая была в значительной степени определяющей для них, если это была работа нашего московского математика Григория Шепиханова по этому направлению. Ну, следующая задача, известная достаточно о проективном описании, то есть на самом деле, когда вы имеете индуктивный предел, то выписать те нормы, которые определяют топологию, так сказать, бывают очень трудные, и это важно. Задача во многих исследованиях, ну, у нас есть занимается Сергей Николаевич, здесь я привел такие работы, в которых более общие, что ли, результаты. Там контентных пространствах, скажем, конечно, эта задача имеет свое решение. Там общих результатов не так много, вот они перечислили. Следующий это вопросы двойственности, где это проявляется, где это проявляется это специальный класс весов. Ну тут уже вот и я подключился вместе со своим учеником несколько лет назад. Вот. Ну, повторяю, там масса работ, я их просто привел некоторые из них, что для иллюстрации. Ну, последнее, это то, чем последние два года я занимался, это пространство А минус бесконечность, это пространство функции номинального роста и дезинхроница. Ну, оно исследуется, оно и изучается в разных направлениях, как применяется, достаточно популярное. Вот это пространство для хороших областей — это минимальная алгебра, которая инвариантна относительно дифференцирования и содержит пространство всех органичных функций в этой области. Вот, ну, вот здесь в последнее время был проведен цикл исследований, который я проводил со своими восточными соавторами, которые сейчас работают в Японии. Значит, это по описанию сопряженных этого пространства и исследованию уравнений свертки. Вот. Значит, вот с помощью там на самом деле, конечно, много разных вещей применяется, но одна из таких определяющих составляющих, которая определяет как исследование, это как раз выбор специальных классных весов, особенно для так называемого проективного случая, пространства, которое я... Что? Мне очень интересны инициалы первого автора первой статьи. А, ну, что я, набор. Копировал откуда-то, потом нужно было привести в единый порядок. Значит, на самом деле там, если коротко сказать, это разрабатывалось методы исследования уравнение свертки в индуктивных пределах, распространенный случай, раньше это было мало исследований, как раз специальные вот эти отрицания сыграли сегодня. Ну, это вот я коротко сказал, где это применяется, где это явно или неявно присутствует. Ну и вот теперь перехожу к тому, что, ну, понятно, что вот эти вот работы, они наводят на мысль, что нужно изучать все эти вещи с общих позиций. А с общих позиций перечислять достаточно сложно. Я все это демонстрирую на простой задаче и на некоторые решения, которые, наверное, будут получены в последнее время.
Значит, ну вот как выбирать оптимальный класс для данной шкалы? Как определить? Ну это несложно сделать, это понятно таким образом. Ну скажем, вы имеете какую-то шкалу, да? Да, что нам такое изображено. Значит, если возьмем класс какой-то весовых весов W, ну или весовых последовательности, если вы изучаете фибры коллективные случаи. И вот его можно назвать оптимальным, если, во-первых, вы можете с помощью весов из W определить каждое пространство шкалы. Так? Вы обязаны это сделать, чтобы он был всех. Вот, да, конечно, выбирается некоторый набор свойств фибрянных. Ну, скажем, фибрильность, модифицированность какая-то, да, гладкость определенная. Вот другие какие-то свойства. Вы выбираете эти свойства, да? Значит, вот этот класс обладает этими свойствами. Все весовые функции, которые обладают этими свойствами. И если вы отказываетесь от этого свойства, хотя бы от одного, то в таком случае найдется хоть одно пространство шкалы, которое вы не сможете определить с помощью такого вещества. Тогда это оптимальный набор свойств. Ну, понятно, что вообще говоря, определить для данной шкалы вот этот оптимальный набор весьма непросто. Скажем, для пространственных непрерывных функций это вопрос тривиальный. Я это рассказываю студентам, всегда обучаю их на разных вещах, связанным с весовыми пространствами, применением теорем функционального анализа или теории функций и основных. Так, там это, скажем, полунепрерывные снизу, локально, ограниченные сверху функции. Так? Вот это как раз оптимальный класс весов для пространственных непрерывных. Здесь, вообще говоря, тоже есть подход. Он относится к фольклору, как все знают, все пишут. Вот. Вводится так называемое понятие ассоциативного вещества. Значит, ну что это такое? Ну просто по единичному шару. Вы берете единичный шар этого пространства. Да? F из H. То есть это функции галоморфные в омега и по норме непревосходящие единицы. Да? И для каждого фиксированного центра берете супрему, то есть верхнюю огибающую второй семейство. Вот. Значит, на самом деле это понятно, что понятие, как оно еще второй фольклору никто не знает, кто убил. Вот впервые такое упоминание более менее явное, оно в работе Андерсона и Дункана прозвучало для конкретного случая, потом что выпнется. Затем более симфоническое исследование за что это надо Таскинин. Вот, а вот в работе со своим учеником Хеном это было сделано для индуктивных и проективных последовательностей. Ну там для индуктивных там все достаточно просто, а для проективных это не такой простой вопрос, но нужно было изучать все и вводить так понятие, чтобы оно работало. Там государственное приложение будет сделано как оператор умножения. А делалось все там на основе обобщения теоремы Фермандера о умножении. Весовыми оценками. Но я, честно говоря, не хочу касаться этой работы, потому что, ну, во-первых, она опубликована, если кого-то заинтересно, то посмотреть. Вот. Ну а второе, мне хотелось бы просто продемонстрировать подход, который как раз решает некоторые и более глобальные. Значит, какие свойства этого веса? Ну, они известны тоже. Во-первых, это ассоциированный вес, он является локальным веществом. То есть на каждом компакте есть константа зависимости компакта. Ну, второе, это то, что он является плюсом гармонической функции валида. Вот. Третье, это то, что для любой функции из, опять, сколько лишняя, значит, из H омега, то есть из галоморфной функции, нормы совпадают. Сам-то вес, он вообще говоря, ну, в основном не превосходит ДБП, это легко видеть. Но нормы совпадают, пространство совпадает с динамически, поэтому в исследованиях вы можете вместо ДБП брать дублеусловным. Вот. И, кстати, вот второе свойство, плюсом гармоничности, оно является решающим для исследований по неоднородным уравнениям Каши-Риман. Для Фермана. Скажем так, вот я просто сейчас коротко об этом скажу. А в исследованиях Епифанова, который исследовал достаточно в проективных классах, уже, значит, там решающим является, что это верхнее огибающее семейство плюсом гармонических функций. Ну, не в одной перемене, а субгармонических. Но, к сожалению, вот эти свойства не характеризуют все ассоциации. То есть, еще раз, они слишком мягкие, нужно еще что-то добавлять, чтобы класс был оптимальный. Что добавлять, никому не ясно, это все отмечено в литературе.
не я первый об этом говорю, есть публикация Херштета, вот, панель там Таскина и Таскина. То есть до сих пор это основная проблема на самом деле, описать класс оптимальных весов с помощью внутренних слов. Так, этого описания нет. Но тем не менее, сами эти веса применять можно для решения задач, понятное дело. Другой вопрос, как их там считать было. А вот как считать, нужно немножко просто это определение ослабить. Составляется оно просто. Я имею в виду следующее, что на самом деле вычислить этот вес даже для конкретного пространства. Вот возьмите и попробуйте, даже для полинома. Так? Я боюсь, что эта задача весьма непростая. Там во многих переменных это или для областей каких-то даже простых. Ну поэтому лучше вообще говоря использовать канонические веса. Значит, ну сначала поле понятия эквивалентности, естественно, понятие эквивалентности весов. Когда каждый вес мажорируется таким с некоторым состоянием. Ну и экономическим весом, который нам даже убивает. Назовем вес, который эквивалентен в этом ассоциированном. Ассоциированно вы уже можете фактически точно не считать, а просто оценить себя по снизу, и вам будет точно. Ну, скажем, для полинома, когда человек попытается. Ну вот здесь уже первый такой простейший результат, который подтверждает, что для характеризации разных свойств имеет смысл использовать ну, канонические ассоциированные весы. Результат тривиальный, легко доказывается. Вот, о том, что вложение имеет место тогда только тогда, когда вот именно канонический вес первый мажорируется вторым. Можно канонически, да, связано с углом. То есть это уже критерий. И это довольно быстро, что вы с помощью этих весов сможете исследовать и другие свойства оператора перепроста. Вот. Но, к сожалению, вот есть такой простой вопрос, я еще раз, я не хочу сильно сказать такие сложные вещи, вот есть такая компактность вложения. Это то, что мы первое, это мы рассказываем тем студентам, которые у нас специализируются там, на третьем, четвертом курсе уже, это для СКП прослушали, теорема Монтелли есть, это все легко, что достаточные условия компактности вложения одного пространства в другое весовое, вот оно такое, нужно, чтобы канонический вес первого пространства относительно второго стремился к нулю, когда z идет к границе. Ну, обычным способом для любого эпсилона найдется компакт, вне которого меньше вполне эпсилона. А вот наоборот, не получается, вот я привел один из результатов, который является критерием, когда план вложен. Если вы посмотрите, проверить его практически невозможно. Применить невозможно. Потому что, ну что же, HW1 компактно вложено, тогда только тогда, когда для любого эпсилона существует положительная функция с компактным носителем, никогда не будет. Нужно взять минимум из этих функций первого веса второго, потом взять ассоциированную функцию, так, и вот тогда оценить. Вот. Понятно, что после этой работы, вот, это было получено там, в 1998 году опубликовано, значит, после этого было несколько попыток либо ослабить вот первого условия достаточно, так? Либо как-то вот по-другому записать это, но ничего не удавалось. Вот. Ну и вот основное предположение, которое, ну или идея, которая была там, когда я начал все дело анализировать, была такая, что на самом деле все примеры плохие, так? Ну или там дикие примеры, значит, они связаны с личномерностью. И вот если мы будем иметь бесконечно мерное пространство, в принципе, должно все получиться естественным способом. То есть я имею в виду, что первое условие будет необходимым и достаточным. Вот. Ну, правда, я сначала положение делал на пространстве целых функций, потому что меня больше это интересовало с точки зрения целых функций, с точки зрения приложений. Вот. А потом и для общего случая мы начали этот вопрос исследовать. Но первым делом, конечно, пришлось изучать, вот, какими весами задаются конечномерные пространства. Вот как должен выглядеть вес ассоциированный или вес канонический лучше, чтобы определять пространство конечномерное. Ну, оказалось, что вообще говоря, тут довольно забавная такая вещь, она оказалась, что зависимость есть от омега и так далее. Да? Значит, тут я это хочу сейчас представить результат, они получены вместе с моим учеником Пьеном.
Значит, мы сначала, я напомню, я даже не буду разогнать понятие аналитической емкости полностью, оно мне не нужно. Так? Вот. Мне важно, что имеет положительную аналитическую емкость, компактную, это потому что она или нулю. На самом деле это в какой-то степени тавтология, то, что здесь написано. Значит, вот компактка плоскости имеет положительную аналитическую емкость, если цель без k имеется функция аналитическая, отличная от тождественной, постоянно ограничена. Ну, то есть на самом деле нулевая емкость — это когда компакт фактически задирается. То есть, как вы понимаете, что, ну, это все знают из КРПП, скажем, что изолированная особенность, по крайней мере, которая функция ограничена, она затирается. Здесь задираются такие, на самом деле имеет смысл затирать совершенные, компактные, дискретные множества. Там, как только у вас есть хотя бы связанная компонента, которая имеет больше двух точек, там сразу такие компакты не затираются. На самом деле определяется нулевая аналитическая емкость, но, к сожалению, это понятие нам не подошло немножко. Так? Оно практически, знаете, оно так определено, но не, ну, там можно открыть там Гамильтона книжку, скажем, про нулевое аналитическое, вот, или кого-то Летушкина. Значит, но оно практически не используется, но нам оно мешает, потому что не можем мы использовать понятие нулевой емкости произвольного замкнутого множества. Вот. Нулевую аналитическую емкость, кстати. Вот. Ну вот таким образом это говорится, что замкнутое множество плоскости имеет нулевую емкость, если придумано длинное отображение, которое переводит его в компакт, это компакт имеет нулевую аналитическую емкость. Ну понятно, вы берете просто точку вне этого замкнутого множества, переводите ее в бесконечность, само множество переводит в компакт. Тогда это множество называется емкости по-нашему, оно не соответствует, повторяю. Я еще не знаю, как его обозвать, потому что свежие результаты еще будут. Ничего не пропущено в определении первого, потому что взять любую целую функцию, и она ограничена, я сказал, но не написал. Надо сказать, я сказал. Ограничена, конечно. Так, ну вот результат получился такой. Если у вас дополнение обруба, дополнение открытого множества, так, имеет положительную аналитическую емкость, то там вообще не бывает конечномерных пространств весовых. Кроме случая, когда они тривиальны. Ну, это можно, возможно. Так, это нулевое пространство. Вот. А если аналитическая емкость нулевая, то оно является n-мерным тогда и только тогда, когда канонический вес вот такой. То есть почти как у полиномов. Ну еще добавляется такой множитель f0 от z, множитель f0 от z, где f0 это некая фиксированная функция без нулей из этого пространства. Ну и этот результат как раз сыграл решающую роль в исследовании компактности вложений, но поскольку мы еще не успели остановить, там много разных вопросов связанных с применением вот этих свойств. Вот, еще не успели, но сам результат, он, ну, может быть, интересен. Я додумал, что все будет зависеть только от конечномерности или не конечномерности, но оказалось, не совсем так. Ну вот, первое такое, для плоскости. Если h w1 бесконечно мерно, то прямо обращение полное. То есть компактное сложение имеет место тогда только тогда, когда отношение канонического веса к первому, ко второму стремится к нулю, когда z выходит бесконечно. Вот если аналитическая емкость дополнение омега положительно, то есть уже пространство там только бесконечно мерное, да? Но приходится еще одно условие вводить в действие, это то, что омега c не ограничена. Ну, то есть это означает, что у вас не может быть дополнение, омега не может быть дополнением компактности. Вот. Тогда вложение имеет место, когда только на юге, да? Превращается полностью результат относительно достаточно условия. А вот аналитическая емкость — это функционал? Не-не-не, еще раз, аналитическая емкость нет. На самом деле это просто берутся все ограниченные функции вне компакта, так, аналитические, берется их производная бесконечность, берется меньше там на единицы. Не просто конечно, меньше там на единицы по модулю. Берется супремум модуля f' от бесконечности. То есть
Это аналитическая емкость, ее выражение такое. В числах. Да? Мне просто важно положительное или нет. Значит, но на самом деле там задача относительно того, какие множества имеют аналитическую емкость, но любую, так она до сих пор не решена, это задача старая, это задача Кандельвея. Вот там есть исследование, самые сильные результаты, наверное, мы смотрели, Тимчука, они уже получены лет, наверное, 20 назад, и лучше ничего нет. То есть некоторые геометрические достаточные условия, когда аналитическая емкость нулевая или там не нулевая, некоторые необходимые условия есть. Ну, скажем, если вы возьмете обычное кантеровое множество, там, да, там, отрезки, то обычное кантеровое множество имеет не нулевую аналитическую емкость. Если вы возьмете и выбрасывали, будете не по одной трети, а будете выбрасывать чуть побольше, но обычно выбрасывается. Можно это вообще на кантеровое множество. Значит, если больше, чем одна треть, тогда уже будет нулевая аналитическая. Есть по разные вещи. Но до сих пор это. Это граница 1 треть. Выбрасывание. Нет, ну обычно берите. Нет, я имею в виду, что значит, если больше, чем 1 треть, да, то любое, любое больше граница. Да, да, да. Одна треть. Граница 1 треть. Да, 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 только так. Да. Ну, так мы смотрели по литературе. Я еще раз, я просто смотрел по литературе. До сих пор эта задача, повторяю, никаких. Возможно, это просто свойство компактов, которые отдельно существуют, так сказать, никакими другими способами его не взять. Там есть разные достаточно необходимые условия, но никакого такого. Вот. Значит, а здесь еще есть тут неограниченность. И это неограниченность по существу. То есть, ну, на самом деле так, мы не для любой области можем построить, а конкретная область на самом деле приводится просто внешность круга единичного, да? Приводится веса W1W2, что условия нарушаются стремление к нулю, а тем не менее компактность есть. И бесконечные верности есть все равно. Вот. Значит, ну, что я могу сказать, на самом деле, тут проблем остается очень много. Ну, хорошо, прилагать можно и дальше, там разные вопросы решать, связанные с операторами, вот, и там пространствами, это только один из пунктов, который используется обычно, там разные есть топологические свойства пространства, которые связаны с поведением весов. Но на самом деле мы не знаем, как действовать в случае многих переменных. Честно говоря, пока подходов не видно, потому что техника чисто одномерная, которую мы применяли, она чисто одномерная. И пока даже идей нет. Так что если кого-то это надеется, можно положиться идея, конечно, сейчас об этом нет. Ну, еще раз повторяю. Есть молодежь, есть у нас. Люди имеют важный интерес, интересно, бывает, что переключиться к студентской жизни. Ну вот, спасибо за внимание, я помню.